И всем привет, друзья, с вами Спарчик. И сегодня я бы хотела сделать обзор на свой скетчбук 22 года. С 1 января он мне прослужил, ну, где-то 30 дней, и все, его нету. Мне его подарили в этом году 22 года на Новый год, вот. И сегодня я бы хотела сделать на него обзорчик. Ладно, не буду томить, сейчас камеру поправлю. Вот так вот. Ну и поехали. Так, вот мне еще новые маркеры тогда подарили. Первое, вот, ну, тех, не обращайся внимания, конечно, да, жиза. Первое у нас, первый скетч — это Subway Surf. Тогда я считала это крутым скетчем, а сейчас это полное дерьмо, так сказать. Ну, реально, мне вот не нравится, не знаю, как вам. И если понравится рубрика, напишите в комментариях, у меня еще 6 скетчбуков, так что я могу еще делать много частей. Ну ладно, пишите оценку этих скетчей в комментарии, а я пойду, ну, начинаюсь. Ладно, первое — особый серф. Второе — это с интернета, да, Е, ну вот. Криво, пост, там этот контур — это Молотов, я помню. Е — фигня, а тоже Д — это такое. Ладно. Потом у нас тут есть буква Е. Надеюсь, хорошо слышно. Я пыталась сделать градиент из 3 оттенков. Вот, и объемчик. Ну, объем фигня, потому что он у меня, точка схода была тут. Видите, направлялся, а и здесь. А здесь он не должен был быть. Вот стрелки я хотела как будто вот тут сделать. Во втором стече. Нет, тогда зашла тема. Вот. Про это я вообще молчу. Ну, да. Прогресс тогда был маленький, потому что я начал в ноябре. Ну, это я был еще месяц в культуре. Вот, прогресс маленький. R, там, S, P, S, P. Ну, с шапочкой и со снегом. Прикольная задумочка. Потом это граффити моему подписчику. Это Силвик. Если ты смотришь, то привет передаю. Вот, потом второй. Это, ну, его размыло нафиг уже. Это флопчик такой был у меня. Ну, такое себе, если честно. Мне сейчас, ну, тогда нравилось, сейчас нет. Потом все мне скалякалось. Тоже флопчик с таким же алфавитом. Пытался делать градиент, но мне не особо зашло. Вот эту работу я сделал на стримах. Ну, без объема. R, байт, буква какая-то, блики. Фигня. Ну, мне не нравится, не знаю. Вот сорока. Это тоже мой подписчик. Делал как будто на стенке. Это тоже на стриме. Это на стриме делал. Тоже такой флопчик хотел. Вот. Потом это накидал буквы. Это буква S. Нет, Илье. S тогда. Мне не нравится. Тогда мне нравилось. Сейчас нет. Если я это делаю объем, то это вообще не то. Ну, что сказать, пропустим. О, Еса. Это моя на тот момент была самая лучшая работа в этом скетчбуке. Ну, на тот момент. Объем тут... Не, это сюда, это туда. Не годится так. ГГ, что? И здесь. Ой, не. Объемчик покинул чат, блики тоже. Ну и, в принципе, сам скетч фиговый. Это я пробовала акрилом сделать, но не доделала. Но это тоже самое полное дерьмо. Роек, Роск. Тоже подписчик на стриме делал. Скоро будут стримчики, кстати. Потом. О, линейка — это бывший мой модератор. Помогал мне сильно на YouTube. Сейчас Макс, конечно, помогает, но линейка тогда, да. Ушел он из графики культуры. Так, тут чистый лист. Я могу здесь что-то нарисовать, хотя... Ладно, вот мой первый этот бабл стильный. Ну, это не троп бабл, да. Это из алфавита я взял. Тогда я еще алфавитами активно пользовался. И тут я какой-то вал ставил. На мусил, да, полная, да. Это Боско, буква К. Не знаю, знаете ли вы Боско. Такой райтер такой крутой. МТ, МЕ. Не, МТ это помню. Это тоже подписчик на стриме делал. Ну, тогда это было прикольно. Сейчас, конечно, уже все. Ушла эпоха. Тут опять флопчик кидал. Вот, о, вот это, кстати, прикольно. Мне нравится градиентик.
Вот это вот хорошая такая, неплохая. SPR, спар. Ну да. Sold. Что-то намутил. Объем тоже неправильный. Ну ладно. Без бликов. Ну, так себе. И теней тоже нету. Тогда нравилось, сейчас нет, конечно же. О, буква К. Делал на стриме, также. Ну, повторюсь, тогда нравилось. Сейчас нет, нету градиента, карандаш, виден, вот это все. Не особо нашло. Спа. Ну, про это промолчу, вы сами все видите. Из ISA, WA, TN, нет. И сейвы. Короче, ладно, промолчу. Роскок. Да, тоже алфавит. Так там. Ага, тести. Ай, такая, я помню, я тести делал. Был в Майклюхе. Нет, ну ЕС, но тогда было у нас все в Вайбере. Сауир. Сауир. Ну вот, а, кстати, прикольная с алфавита она. И тени хорошо, но объема нет. Но есть, но на внизу это не то. И тут направо, да. Ну и тут движок мой. Ну вот такой вот кратенький обзор. Если хотите, то пишите про вторую часть в комментариях. Если будет много комментариев про вторую часть, я обязательно сниму свои дневные. Прошлый скетчбук сниму, вот это обязательно, там уровень, ну... Это было в мае где-то, я его закончил, да. И сейчас у меня новый скетчбук. Ну ладно, хотите, пишите, хотите, нет. Нравится вам рубрика, понравилась или нет, тоже напишите в комментариях, будет интересно почитать. А с вами был я, Спарчик, надеюсь, по микрофону все отлично. Всем удачи и всем пока.